В областном центре проходит 7-я региональная выставка «Ивановское образование 2013». В этом году она приурочена к 95-летию с момента образования Иваново-Вознесенской губернии. Таким масштабным это мероприятие не было никогда. 42 профессиональных учебных заведения подготовили презентации. Выпускникам такая выставка как нельзя кстати. В одном месте можно получить всю подробную информацию о любом учебном заведении. Я приехала на эту выставку, чтобы определиться с профессией, посмотреть, что мне подходит. Я планирую поступать в химико-технологический университет, так как там много всяких, разных специальностей, которые мне по душе. И еще я хотела бы попробовать себя в энергетическом университете. Образовательный потенциал Ивановской области велик. В этом смогли убедиться все участники выставки. Тем, кто хочет связать свою будущую судьбу с воспитанием и обучением детей, прямая дорога в Кинешемский педагогический колледж. Руководство учебного заведения уверяет, их выпускники найдут работу всегда. Прежде всего мы готовим педагогов. Каких педагогов? У нас, такие, я считаю, очень интересные профессии. Дошкольное образование. Сейчас это воспитатель детских дошкольных учреждений, это очень востребованная ведь профессия, интересная довольно-таки профессия. Вот посмотрите на выставки, какие мы привезли экспонаты интересные. Здесь они учатся и практически делать руками что-то, показывать, рассказывать. Они это все могут у нас. Кем быть, старшеклассники, конечно, будут решать сами. Такой непростой, но ответственный выбор должен основываться на личных предпочтениях. Благо, выпускники школ нашей области могут подобрать профессию на любой вкус. Ивановские вузы, техникумы и колледжи предлагают получить более 270 специальностей. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.